то, что я сейчас вам покажу, необходимо посмотреть абсолютно каждому человеку. Хотя вы его уже давным-давно видели, этот мультик, который про образ сегодняшнего времени и то, что необходимо делать русским. Окей? Смотрите внимательно до конца. Хоть вы уже миллион раз его видели. Винни-Пух и пчелы. Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед? Пятачок! Кажется, они не верят, что я черная тучка. А что делать? Открывай зонтик и ходи взад-вперед. Я буду петь тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Кажется, дождь собирается. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. А как приятно тучки по небу лететь. Ай, Пятачок, кажется, дождь собирается. Что? Я думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я вниз спускаюсь. Кажется, дождь собирается. А как? Об этом я еще не подумал. Кажется, дождь собирается. Пятачок. Что? У тебя есть дома ружье? Есть. Неси его скорей. А в синем-синем небе порядок и уют, поэтому все тучки так весело поют. Ай, Пятачок! Я есть! Стреляй! Куда ж ты стреляешь? Все, конечно! Да не все! Ты должен сбить шар! Но если я выстрелю в шарик, он же испортится! А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я! Ой-ой-ой! Разве не попал? Не то, чтобы совсем не попал. Но только не попал в шарик. Прости, пожалуйста. Заметили, какой медведь? Лживый, брехун и вор. И вот такие вот мультики, их множество, вот таких ваших советских русских мультиков, которые показывают правду. А какую правду? Сущность вашего народа. Мультик не просто так придуман, он придуман от вот отсюда, от то, что имеется. И сколько вам еще нужно показать такого, чтобы вы поверили? И то, что сделала свинюшка, как народ, выстрелила в этого медведя, то вам и надо сделать. Глаза откройте уже, откройте на правду глаза. Так она прямая.